Волском свою, что это сбудется с ней, что он прорвется сквозь колодец и выйдет живым. Но оказалось, что он тверже в поступках, чем иные в словах. Короче, утро было ясным, не хотелось вставать, но эта сволочь подняла меня в 6:35, и я с просонью понял только одно: меня не мучает страх. Когда я выскочил из ванны с полотенцем в руках, подставил чайник на посуду, грохоча в бородах, и что-то брешело, крутилось, нарастало, начинало сиять. Я вдруг поймал его глаза, в них искривились ключом, и я стал больше, чем я был и чем я буду еще. Я успокоился и сел, я стал ясным, он убил свою. Короче, надо до места заскочить к нему рвору забрать. И он заваривал чай, он резал плавленый сыр, а я уже почти что вспомнил, как варил этот мир. Я рассмеялся и сказал: ну как ты мог, она же все-таки мать. И он терзал на подоконнике плавленый сыр, а я уже почти припомнил, как варил этот мир. И я сказал ему: убивец, как ты мог, она же все-таки мать. Ты ведь тоже стал собой самим, а я сказал: найти не трудно, но в десятки раз сложнее не терять. Ты будь любезен прекратить свой жизнерадостный бред, и видишь свет во мне, но это есть твой собственный свет. Твоя вечность, как ты не бессмертна, ты убил свою мать. Ты столь любезен прекратить свой жизнерадостный бред, и видишь свет во мне, но это есть твой собственный свет. Твоя бессмертность бессмертна, ты свободен, но убил свою мать. Я отдыхал, во мне взяла благодать. И мы обнялись и пошли бродить под небом сели. И это небо было так, мы были одни. Нам приятно быть не больше, я просто убил свою мать. И мы обнялись и пошли бродить под небом сели. И это небо было так, и мы были одни. Нам приятно чуть подольше мы взяла. С кем? Ну с кем? Кто? Кто это сделал? Кто? Тот тормозят, да. Кто убил свою мать?